Сегодня в программе «Крик» криминал-комментарий. Громкое дело. В Сыктывкар доставили одного из главарей ОПГ Пичугина. Дети под контролем. Рейд по неблагополучным семьям устроила республиканская комиссия в Книжпогодском районе. Сводки с фронта. За неделю на дорогах Коми в ДТП пострадали 19 человек. О самых заметных происшествиях в республике расскажу вам я и мои коллеги.